Ярко и масштабно отметила молодежная столица России День знаний игр. 31 августа во Владивостоке работали тематические площадки, проходили спортивные соревнования, а вечером на Центральной площади состоялся большой концерт. Праздник посетили более 30 тысяч человек. Его хедлайнером стала популярная певица Мэри Гу. На мероприятии глава города Константин Шестаков также наградил медалями и денежными сертификатами владивостокских призеров 8-х международных игр «Дети Азии». Напомню, в этом году первая неделя учебного года будет свободной для посещения среди учащихся с 1 по 8 класс. В этот период горожане смогут посетить ряд мероприятий, которые пройдут в рамках культурной программы Восточного экономического форума.